А что это тут у нас? Это новый эпизод The Strange Realm of Mine. Да, это так. Пойдем дальше задаваться вопросами. Я записываю. Мало ли. Антисоциальность есть лекарство. Сломать системы. Сломай системы, увидь истину, услышь сталкеров. Слишком рано. Найди убийцу в комнате. Конфронтирующий дискомфорт. Так. Кто-то стучится. Да. Кто-то стучится, но я не открою. Письмецо от маленького. Письмецо маленький круиз. А если я не захочу пока выходить из комнаты, не совершать ошибки? Еще музыка такая нагоняет. Интересное местечко. Я думаю, надо выйти. И что ты? Что ты пялишься? Потерянная душа. Ха. Да, стиль изменился. Ты делаешь это соседство. Ты заставляешь это соседство выглядеть плохо. Это мне, наверное, пишут, да? Типа стрёмный. Уваливается-то нафиг, никто тебя не любит. Ну, а какой смен настроений тут у нас, интересно. Это тоже, наверное, часть переживаний бессознательных уже нашего героя. Тут маленький круиз. Нет, туда надо будет, но потом я хочу осмотреться везде здесь сначала. Алан Вотс. Экхарт. Джейн Мэри, Мэри Джейн. Сколько их тут? А тут Брейв. Храбренький. О, я теряю здоровье, когда туда подхожу. Social anxiety у меня. По-видимому. А здесь? Айси Венер. Дум. Ладно, я думаю, нам надо в маленький круиз. Или нет, это как-то не так работает, слушай. Надо полечиться, зайти в комнату, излечиться от этого ужасного общества. Ну, кстати, да, на тему... Эта тема когда-то была мне близка, я же был очень социопассивен, но... Не скажу социопатичен, но социофобичен вполне. Было во мне такое, знаешь. Эрик Санчес. Надо посчитать. Семьдесят три. Они меня атакуют своей социальностью. Уйди. Наверное, так все видит социофоб. Доктор Удин. Что вообще-то ощущения мне знакомы. Не смотрите на меня.
Бриф. Привет. Ты не похож на остальных, кто ты? Эй, меня зовут Брейв. Не самое подходящее мне имя на самом деле. А кто эти люди? Они пялятся на меня. На тебя тоже, да? Я чувствую себя немножко стрёмно и тревожно вокруг всех этих людей. Я чувствую, что они пялятся на меня, смеются за моей спиной. Ну да, это все симптом, я узнаю, да. Я узнаю симптом. Мне нужно быть более уверенный, самосознательный о том, как я хожу, говорю, действую, даже как я дышу, и думаю, что мое дыхание слышат. И извини, я не хотела тут ворчать, но прошло так много времени с тех пор, как я встречала кого-то похожего на меня. Ты говоришь об этом в прошлом. Неужели здесь есть лекарство от этого? Ну, лекарство. А может быть тут S как бы пропущено, типа лекарство и проклятие имеется в виду? Не ладно, ладно. Думаю, инсайт, знания некоторые я имею, может быть, в виду, да? Может, вот это, да? Вот об этом я говорю. Видишь ли, ты можешь бояться множества вещей, там, самолетов, членистоногих, там, насекомых, змей, собак, не знаю. И, ну, все это, в общем-то, логично. Ну, кто не боится моря-то, в конце концов? Оно страшное и опасное. И там наверняка монстры живут в глубине. И, ладно, море опасно, понятно? Ну, есть и другие страхи, например, кошек. Кошечки миленькие, они это милые пушистые комочки. И очень супер дружественны, так ведь? Но некоторые люди так боятся кошек, что они прям дрожат от страха. Мой страх сходен с этим. С этим состоянием страха кошек. Да, я думаю, да, если ты видишь людей, если ты будешь смотреть на людей как на безвредных котиков, ходящих вокруг, ты больше их не будешь бояться, так ведь? Это вот это то, что я делаю. Это может, в общем-то, сработать. Это помогло мне, как минимум. Я поняла, что то нет никакой реальной угрозы в ситуации. Вообще-то это была всего лишь я, кто была слишком самоосознанна. Как я говорила, я боялась, что они смеются надо мной. Думала, что выгляжу глупо и говорю как-то забавно, по-плохому. В плохом смысле. Но в конце концов, кому какое дело? Кому какое дело, если я выгляжу глупейшим существом на земле или говорю страннейшим образом во всем мире? Я это просто я, и я хочу продолжать быть собой. Вообще-то, я думаю, все одинаково не защищены. Просто показывают некоторые это больше, чем другие. А, у меня есть вот это почтовое извещение. О, ты можешь взять его и отнести в почту. Ты вот ее прошел только что, ты не пропустишь ее. Знаешь ли ты, где выход здесь? Выход прям за этой дверью, он заперт. Я ищу ключ сама уже некоторое время, но не могу его найти, извини, ну пока. Пока, увидимся, может быть. Конечно, увидимся, няша соседка. Так, отойди, пожалуйста, я хочу почитать. Зависимость ведет к депрессии. И в депрессии ты
усваиваешь некоторые уроки, если умеешь слушать. Они продолжают давить, и решение приводит к эволюции. Препятствия попадаются, приходят на твой путь и заставляют тебя переключиться и надавить на газ. Если ты оглядишься назад внутрь на свой путь, ты найдешь направление. Это как твоя собственная карта. Андерачиверсы. Глаза пучит. Мяуствуйте. У вас есть что-то, что ж по пакедж? Вы пакедж принесли? Да, у меня есть. А, вообще-то это адресовано Тайне Круизу. Точно. Вообще-то да. О, и вы не являетесь им? Ну ладно. Ну, похоже, почтовый котик, почтокот, перемеутал посылки. Вы не против принести эту записку ему? Да ладно, ладно, конечно. Sure I can. А, он был вон там, да он от меня живет недалеко. О, а тут магазинчик можно заглянуть. Вот и все, мистер социофоб. Представляешь всех котиками, и все хорошо. И перестаешь так давить на себя. О. Мяуствуйте. Почтовое письмо для меня. Это должно быть мои рыбные косточки. Хорошо, что они прибыли сегодня. Интересно, что это было по-настоящему. Как бы я еще смог продержаться этот день? Спасибо, мяу, вам большое. Я возьму... Я приму это после своего... Интересной картины. После своего сна. О! И почтовый человек дал мне это. Я думаю, это ваше. Да. Письмо потерянной душе. Может, у меня тут что-нибудь заменилось? Нет? Типа он убраться наконец-то решит. Увидит это котиками. Мусор увидит, как котиков. Нет, нет, надо уходить. В письме ключ наверняка. И мы сейчас с этой... няшкой-соседкой сбежим из этого мира. И теперь у меня будут в подсознательном лимбе в таверне уже две вайфу. Нет. А как мне отворить тогда вот это? А, или он на пол кинул, я не заметил. Стоп. Стоп, Стопович. Мистер Стопский, погодите. Стополенто. Стополениссимо. Я могу к тебе зайти, чувак. Так, это мы уже видели. Картинку. Ха. Ой, представил все котиками и шарить по чужим квартирам. Вот дерзкий какой парень. А где, а как, а что? Неужели это еще один баг? У меня получился. Ну-ка, давайте сейчас, короче... Все очень осторожно. А, блин. Мне же на почту сейчас надо точно. Это не баг, это уже моя
отвлеченность. Почта, почта. Эй, я прыгаю как дурачок, потому что я представил всех котиками. Да, у меня есть. О, да, это ключ. Действительно, это ключ. Когда-нибудь я поймаю эту красную точку, я просто в этом уверен. О. Эй, соседка. Я нашел ключ. Ну что, пойдешь со мной в лимбовую таверну? Ну чуть-чуть. Правда? Спасибо. Да, я бы с удовольствием убралась отсюда. Вот немножечко шумно для меня. Уже не говоря о том, что вся эта кошачья шерсть липнет к моему платью. Но мне кажется, мне не нужно таскать их с собой всех. Мне нужно одному этот путь пройти, чтобы что-то там сильно понять. Так, немножко водички перед чтением. Мир начал распадаться. Временами я думаю, должен ли я или не должен остановиться в своем путешествии. Но я продолжаю видеть мир под другим углом. Все вокруг меня внезапно стали восприниматься как автоматизированные роботы. Просто ходят туда-сюда по своим ежедневным делам, связанные своими собственными невидимыми правилами. Я отказываюсь становиться одним из них. Я просто... Просто не могу об этом подумать. Но затем, однажды, я обнаружил себя в ситуации, где я не могу выбрать. Где у меня не было выбора. Это было... Что-то о пялении, что-то... Не называется созерцанием, что-то осмотрение. Это были определенно глаза. Ну, тоже такая, да, такая вот... Близковатая вещь, потому что когда ты... Наступает, в общем, такой момент в жизни... Когда вот если ты начинаешь чем-то интересоваться, да, как-то в познание впиливаешься, начинаешь что-то познавать, узнавать, читать, переоценивать, то, ну, не то, чтобы ты видишь всех как автоматических роботов, хотя можно так сказать, но это грубовато будет. Просто понимаешь, что отваливаются лишние люди, не готовые с тобой идти. И как бы ты ни пытался каких-то дорогих и важных себе людей утянуть, то они не идут за тобой. Особенно, когда это сопровождается сменой интересов, сменой рода деятельности, занятий. Ну, тут тоже есть исключения, потому что главные твои друзья и братишки, с ними тебя связывает нечто большее, чем общие интересы, да, что-то более глубинное, что-то очень такое сложное, более сложное, потому что вы как бы не просто сопрягаетесь друг с другом во время ваших общих дел, во время общения. Вы и заранее, как из этого потом следует, проживаете, располагаетесь на одном столпе. Тут нечего бояться. Но вот люди, которые обретались иными способами, на других условных столпах находящиеся, они могут вас не понять. И вы иногда даже можете почувствовать себя в одиночестве и думать: а вот на кой ляд оно мне надо, да? Ну вот я что-то понял, что-то переосмыслил.
А к херам оно все нужно, если вместо этого у меня могла бы быть своя старая там компашка. А сейчас у меня никого и не осталось. Но дело-то такое, знаете, кто остался, тот остался, да? Кто не остался, ну, видимо, не очень был и нужен. И потом, если не сдаваться, то обнаружится, что ты все-таки не один. Что есть и другие люди, которые тоже когда-то что-то узнали, да? Что-то переосмыслили. Ты не первый, да, и ты не последний будешь. И они тебя найдут рано или поздно, или ты их найдешь. Вот, о чем я хотел сказать. Спасибо, что позволил мне пойти с тобой. Мне действительно нужно было сменить обстановку. Без проблем, как ты тут? Ну, я в порядке. Но я ловлю себя на мысли о том, что думаю о прошлом постоянно. О чем-то особенном. Нет, нет. Просто... то, что мы делаем ошибки, вот об этом я думаю. Мы говорим и делаем вещи, которых сожалеем. У них перекликаются сейчас идеи. Так хотел озадачить мне вопросом, хотел бы я изменить что-то, будучи у меня такая возможность в прошлом. Это тоже жалеет о прошлом. И по какой бы причине мы не возвращались в этих воспоминаниях в прошлое, мы корчимся от этих воспоминаний в каком-то смысле, моральном, духовном. Ну, эти воспоминания не служат какой-то цели. Они бесполезны, а другие просто расстраивают меня. Вот что ты об этом думаешь? Ну, может, от них стоит избавиться? Не так резко. Я, в общем-то, вполне себе хорошо примиряюсь с тем фактом, что я выросла. И... я знаю, что я не единственная здесь с непростым прошлым. Все мы проходим через наши трудности. Но что я поняла, это что я что вот мои блуждания по старой плохой памяти становятся автоматическими, подсознательными. Да, и... я могу пройти через все эти сценарии в духе «что если?» и вот смотреть, что могло бы быть по-другому в итоге. Это не то чтобы совсем плохо и все такое, но я уже прошла через все это много и много раз. Я никогда не прихожу ни к чему новому. Итак, ты говоришь, что надо перестать копаться в прошлом. Да. Если я понимаю, что там больше нет ничего, от чего я могла бы чему-то научиться, и с чем я могла бы что-то сделать, я пытаюсь сказать себе, я уже прошла через это. Больше там нечего получить. И затем я пытаюсь вернуться из воспоминаний и вернуться к настоящему. Работает ли это? Не всегда так хорошо, как хотелось бы, но постепенно получается все лучше. Теперь я осознаю это достаточно быстро и останавливаю свой поезд мыслей перед тем, как я закопаюсь слишком глубоко в эмоциональную дыру эту. В любом случае, спасибо за то, что послушал. И вот все поднимают близкие темы. Я вот какие темы поднимаю, тоже потом оказывается, что они как-то этого всего касаются. Косвенно. Ты ведешь грустную жизнь, если ты не горд, активно не веселиться. А? Это было внезапно. Я не имел в виду, что ты особенно глупонькой. Просто многие люди любят запрыгнуть на
тележку ненависти, когда они встречают новые вещи или концепции. Может быть, они боятся перемен? Может быть, кто знает. Я, в общем, об этом не парюсь. Я веселюсь с тем, что я нахожу веселым. Hello. Ой, приветик. Кто это у нас покрыт тут кошачьей шерстью? В любом случае, было ли у тебя время подумать о том, о чем говорил Д? Да, было, я думаю, было. Хорошо. Запомни, какие бы дефиниции, определения и концепты у тебя ни были, они не сильно будут отличаться от того, что между другими людьми есть. Ничто не является необходимо правильным или неправильным. Мой учитель сказал мне однажды, много лет назад, или просто очень давно, об опасностях быть уверенным в вещах. Человек? С одними часами знает время. Человек с двумя часами никогда не уверен. И это может выглядеть как что-то плохое, но быть неуверенным в информации лучше, чем быть уверенным. Это значит, что ты открыт возможностям и переменам, и гибкостям Вселенной. Никаких нет фиксированных путей. Если ты все еще не уверен в концепции, в том, что значит концепция Бога для тебя, то следующее место может тебе помочь что-то об этом подумать, что-то понять в какой бы то ни было форме. И там что-то про великое сознание, которое мы разделяем. Не уверен, что он хотел это привязать именно к чему-то божественному, к природе чего-то высшего. Но перед тем, как мы отправимся дальше, мы снова повторим все, что узнали от Д, все, что узнали после. Но для того, чтобы было легче это повторять и об этом думать, я запись остановлю и оставлю всех со своими мыслями и со своими внутренними собственными процессами высшей нервной деятельности. До свидания.